Всем привет, друзья! С вами Алариэль, и мы продолжаем с вами наше приключение в World of Warcraft Legion. Остановились мы с вами в прошлой серии на том, что прибыли, значится... Нет, мы не прибыли, мы ехали в лагерь для продолжения испытаний, но встретили гоблинов, которые всякую дичь мне пытаются впарить. Мне она не особо интересна, потому что они меня все равно кинут в конце. Поеду дальше непосредственно на основной сюжет. Так. Ой-ой-ой. Ульф. Ульф достаточно злой. Так. Ну, а вот, собственно... И прибыли куда нужно. А, кстати, надо сделать вот так. Теперь сюда. Разделаем тушу. Даже не слазя с маунта. Но тут битвы, походу, шли нормально. Я уж смотрю, трупов тут вагон. Конечно, остался. Может, хлам какой продать? Лидера, а затем о, хлама валом. Барахла я, конечно, тебя. Целую массу. Так. Это древний край. Значится, отслеживаем. Ой. Было близко. Какой-то тут рарничек. Опа, стоять. Что-то там за квест. Дневник дозорного. Слишком далеко. Принять. Бывали мы здесь. Это мне его отвезти пох... А, не отвезти. Мне надо куда-то туда. Ой, боже. Встаньте. Что мне здесь надо? Что-то собрать. А, прочесть. Помню. Было такое дело у меня. Так, а что же? Где тут рарник-то? Вау. Не совсем рарник, но ладно. Коль напали уже, придется дать бой. О. Сразу. Я служу великой силе. Кто бы сомневался. Так, меточка пошла. Подрываем. Так, ну и где там этот? Ого. Не могу достать. Давай, иди сюда. Гости украсят меня. Жесть. А. Подняться сюда на гору он не хочет, да? Нужно подойти. Я мог ему вставить. А люлей. О, другое дело. Конечно, то, что у него хп так как-то чересчур много, мне не очень нравится. Но я думаю, справимся. И не таких били. Ну, вот страх это, конечно, беда. Сейчас я тут насобираю еще. Слишком далеко. Да. Я и думал. Сразу же и насобирал. Отрываем. Можно и тройку заюзать. Так, один лёг. Остался самый босс.
сказать. На. А что-то как-то это абилити валит. О, блин. Кто там еще подтянулся? Замечательно. Что это? 735-я подвеска. Хорош. У меня хуже было. Так. Тем временем здесь есть какие-то сокровища где-то. Но вот только не совсем понятно, где именно. О, одни он вижу. Сейчас попробуем взять. Опа. Успех. Куда дальше? Дальше куда? Ага, вижу. Опа. Я технично забазировался. Что-то... Ага, вижу. Давай. Есть. Кто-то даже на меня согрелся. Или пытался. Так, и что у нас здесь? Здесь где-то рарничек. О. Давай, давай, давай. Иди сюда. Толпа целых. А, всего-то один. Я думал, несколько будет. Ну не, ну ничего. Вау, 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 как вас тут много. Подождите, что-то там не то, не того я кого-то бью. А, там друид подтянулся. Не могу достать. Конечно, не камильфо. Если они еще в меня начнут бить, то там буквально пара ударов, и мне будет борода. Друид какого? Да, 110-го. Так, ходу, ходу, ходу. Ой-ой-ой. Не надо. Не забирайте. Сваливаем. Интересно, это друля все-таки по мне клюху такую дал. О, надо же. То, что доктор прописал. Так, куда мне? Мне куда-то туда. Полетели. Станут гоняться за мной. Я, конечно, хоть и не в ДД, не такой маневренный, скажем так. Слушай внимательно. Стремись к цели. О. Что ж, до встречи. Так. Лично еще вагон задач. Поехали. Я правда не знаю, куда мне. Ой. Достаточно дерзко. А это что? Непонятно. Сначала нужно выбрать цель. Так, койоты мне не нужны. Нужно подойти поближе. Хотя, походу, придется бить всех. Не могу далеко. Сюда подошел. Оп. Что-то есть.
чё-то получил. Мне нужна цель. Так, а сколько мне таких? Это количество, конечно, нарубить. Нужно подойти поближе. Сюда, и ты. Давай, давай. Опа. Кто-то мне помочь решил или... Или мне борода сейчас будет? А не, это паладин и червь в крови прилетел. Конечно, передвигается он. Мое почтение. Пробивной. Выйдешь из войд зоны от греха подальше. Потому что... Оу! Нифига. Подтянулось, а сколько? Я не могу атаковать эту цель. Можешь, не ври. Так. О, вижу сокровище. Так, и сейчас еще пару бойцов. Сюда. Поехали. Отлично. Все есть, остался, по идее, только один. О, точнее, одна, скорее всего, это мадам. А не, нифига, это не мадам, походу. Ошибочка. Нужно подойти поближе. Отойдем. Воу-воу-воу, неплохо там. Нечисть всякая вылезла. Тоже от греха подальше отойдем. Держи. Подрываю. Хорошо. Так. Ну, в любом... Тот-то там он вроде как еще есть. Да, действительно. Не совсем понятно, правда, что это там. А, понятно, какие-то еще. Да, действительно, Сигрид. Ну, ты тоже хочешь получить, не вопрос. Становимся в ряд, и сейчас все будете выхватывать. Вау, неплохо. Все души собрал. Так, еще это только что было. Друля. Да, причем явно не наш. Сваливаем. Пока меня не вкачали. О, а вот и нужный мне боец. Блин, глянь, какой дошел аж. Хрен знает откуда, а? Он же не... А ничего, не беда. Прощаю!
настоящая цель. Так. Ну, боец какой. Помню его, помню. Заходил я как-то сюда. Хреновина своеобразная. Только не помню, на чем-то она мне тогда все-таки не понравилась. Или наоборот. Можно, она легкая была, просто нужно было отходить. Свой дзон, как обычно. Меточку кинул. Я не могу атаковать эту цель. Так. Ох ты, ё-моё. Кольчужные штаны, которые, блин, мне не подходят. Хреново. Но ничего. Так, я могу уже смело бежать обратно сдавать квестик. Вау, нифига себе. Не-не-не-не-не-не-не-не, спасибо. Умирать желания нет. Кальмар, видать, кому-то пристал. Так, стоять, ну раз вас целый отряд набежал. Хотя, опять же, там не целый отряд, ну ладно. Боль хотят сражаться, будет. Дадим бой. Нужно подойти поближе. Я тебя ждал. Товарищ. Держи. Так, 7-2-5. Конечно, беру плащ. Еще увидимся. У меня плащ похуже. Засейвили в честь павших. Тоже успешно. Надо остановить. Надо, но задание сейчас давать не желаешь. Жаль. Ты, как мне забраться наверх? А сейчас оно, ё-моё, не готово, да? Наверх. Вот так-то. Так, сваливаем. Ой-ой-ой-ой. Не-не-не, спасибо. Слушайте, я и забыл, что я могу еще вот таким макаром передвигаться. Сейчас еще здесь рарника пришибу какого-то. Да. О, давайте всем. Всей толпой. Я ж только за устроить такое побоище. Ну, конечно. Не успокоит она его. Славная нет цели. Смерть. Ой, ты нифига себе. Сюда иди. Животное, я, блин, тут так прыгнул, а ты свалил, а? Вообще ни стыда, ни совести. Надо бы и отхилиться немного. Хотя, опять же, у меня там, в принципе, лям практически всегда, поэтому... Ну, сразу. По всем направлениям. Мне нужна цель. Успех. Так, я забрал? Да, забрал.
Поехали дальше. Что-то мне кажется, что меня сейчас направили к дереву. Где-то пряталось в лесах дерево такое говорящее. Вот что-то я думаю, что мне именно к нему. Да, так и есть. Видар. Мертвые корни, листья, рунные камни. Сейчас все сделаем. Спокойно. Так. Отлично. О, вы хотите сражаться? Я слышу. Лес зовет меня. Давай, давай, давай. Вот так-то. Всей толпой, все на меня, родные. Я что-то за. Давай. Поговорим. Подхилить меня. Подрываем. Никто не побежден из них. Только тут все что-то попадали. Да. Расскажешь. Я не побежден. Так, а тут где-то еще и сокровище. А, вот оно. Надо же. Хорошо. Дальше. А дальше мне только по точкам пробежаться. Я, походу, всех развалил. По точкам. Ага, вижу. Слушайте, да иди, день, а. Свободно. Так, мне лучше, наверное, на маунта прыгнуть, так будет быстрее. Так, что у нас здесь? Нужно подойти поближе. Боец, свободен. Да, да. Свобода! Мои корни вырвутся, повелеваю божественной мощью! Так. Всех убью, один останусь. О, как вы быстро. Как будто бы я намеревался уходить отсюда. Что за цирк? Я наоборот только прибыл. Сейчас вам всем набью. Фейс. Спокойно, я никуда не собирался уходить. Я погнал квестик сдать. С годом. Так. Два квеста есть, один куда-то туда. Что мне? Ага, мне нужно собирать ингредиенты, помню. Грибочки и что-то еще там, по-моему. Ага, возможно, от медведей сердца. Что-то мне так кажется. А вон там как раз и медведь. Да, сердце медведя так и есть. Не-не-не, до свидания. Так, как раз четко к медведю. Ага, не даешь, да? Окей. Коль не даешь, то да, придется тебя уничтожить.
не две, все сюда. Давайте все толпой. Сейчас я вам задам жару. Только главное не помереть. А то задавать жару будет некому. Замечательно. Ох, кто тут еще? Нужно подойти поближе. Медведь сюда. И этот не тоже. Вот так вот, все толпой. Заюзаю ворота на всякий случай, мало ли чего. Давай. Пробивной. Атаковать эту цель. Конечно, сердца падают, ну просто жесть, как нужно редко. Поближе. Хотя я тут вывалил целую стаю уже этих медведей. У меня нет цели. Отлично. Идем. Раз. Ай-яй-яй. Не могу достать. Два. О, Рарнич, добрый день. Я как раз к вам не поленюсь даже заюзать вот так. Вообще всем хорошо тут стало. Ах, ты ж гад, оглушил. О, я вроде бы и прохилился, а что-то не на фул хпшечка. Жесть, на него кто-то еще напал. Слишком далеко. Собрать, сердце собрать. Так. Еще не дропнулось. Нужно подойти поближе. Слишком далеко. Успех. 735-й. А че? Кем он там занят? Дай сюда. Замечательно, у меня был 725. Опа. Так, медведи, подъем, вы мне еще нужны. Не могу достать. Слишком далеко. Так. Отлично, но что-то тут наверху еще имеется. Ого. Ой-ой-ой-ой, вот это вот нехорошо. Я могу и получить даже. Надо отхиливаться, отхиливаться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хил-хил-хил-хил-хил. Ой, блин. Собаки, а. Ай, блин, как так-то? Я-то мог, в принципе, совладать с ними. Если бы постарался. Бежать мне, конечно. Сколько бежать? Ох, далековато. Что поделаешь, придется пробежаться. Хорошо, хоть можно с помощью этой фиговины. Ну, не с помощью этой фиговины, а во время смерти передвигаться. При помощи планирования. Ну, не, он какой-то
Какое-то количество засранцев я все-таки перебил. Немного, но все-таки. Сюда. По мне все сферы. Давай, 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 давай. Есть. Ну а теперь бойца. А, это женщина даже. Пардон. Косяк. Но не беда. Всех убью, один останусь. Так, а здесь, да, даже есть какие-то сокровища, но они, скорее всего, внизу. Немного не в том направлении они. Давай. Нужно подойти поближе. Опа, поясок 735. А, у меня лучше. Эх. Сегодня пир воронью. О! Давайте. Сделайте пир воронью. Уже победил. Товарищи. Так, а мне нужно еще один грибочек. А вот и грибочек. Грибочек есть. Все, можно возвращаться смело к дереву. Медведей трогать не станем. Спокойно, медведики. Недостойным здесь не место. Я достоин, дальше некуда, блин. Мне не хватало хорошего собеседника. Так. Давайте кольцо. Наблюдай за листьями. Лес защитит тебя. Хорошо. Ой-ой-ой, опять бежать обратно, походу. Ну что ж, пробежимся. Я там, кстати, колечко дропнул. По всей видимости, очень неплохое, да, 729. Личное кольцо. Скажу я вам. Не могу достать. Так, ну. Неподходящая цель. Серьезный я пацан не могу вылез. Атаковать эту цель. Неподходящая цель. Блин, а. Не влупил я ему. Плотный. Нужно подойти поближе. Замечательно. Минус один. О, сокровище. Ресурсы, и то, и это прям вообще хорошо. Слишком далеко.
Так, а тут, походу, какой-то проход, да? Да. Проход к сокровищу. Ща мы его возьмем. Где она тут? И что, даже никто не охраняет? Добыть такого не может. Всегда бы так. Так, а тут какой-то рарник. Где-то должен быть. О, тот, кого нельзя называть. И где же он? А вот и он. Здравствуйте. Так, ваш ничего. Я слил вообще всю энергию. Я как бы только за, против толпы повалиться. Если бы еще волчки мои вовремя подспевали. А то они обычно как-то. Пробивной. У меня нет цели. Эх, всего-то ресурсы. Жаль. Но ничего. Так. По-моему, где-то здесь должно быть. Ага, сак, вход к нему. Все, понял. Окей, тогда. Так, подъем. Я не могу атаковать эту цель. Давай скорей, дружище. Надо тебя упокоить. О, вот и волки. Хм. Ну, может быть, в принципе, они когда нужно подходят. Давай. Хорошо, последний остался, по идее. Конечно, можно было бы еще этих духов. Но я думаю, их на потом оставим. Хотя... Слишком далеко. Хочешь предстать? Перед моим судом! Именно. Нужно подойти поближе. Ух ты, какой он. Упокоение. Опа. Пошло упокоение одно успешно. Пятишечка. Само собой. Получил по лицу, так сразу и ошибается. Так, я все-таки решил, наверное, сделаю уже в этой серии. Нужно подойти поближе. Вот эту штуковину, это задание, так как... Вдруг в следующие приду, а здесь будет толпа людей, поэтому лучше уж сразу.
Потому что я когда разбойником, помню, здесь путешествовал. Здесь, конечно, толпы просто людей бегали и приходилось помучиться. В плане того, чтобы застать нужного моба. Покаяние. Я перестарался с прыжочком. Ну ничего, бывает. Так, а ну можно? Можно. Все. Не могу достать. Так, куда мне? Не туда. Так, мадам. Покой вернули. Так, ну что ж, друзья мои, на сегодня, думаю, это все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно поддержите видео лайками, подписывайтесь на канал, если вы заскочили сюда впервые случайно. И увидимся с вами совсем-совсем скоро в следующих сериях. Всем пока!